Школьница, которая за рулем элитной иномарки сбила инспектора ГИБДД и избежала ответственности по статье «Угон». Суд Ленинского района Челябинска прекратил уголовное дело об угоне в отношении 15-летней девушки. На таком решении настаивала бабушка подсудимой, которая является хозяйкой машины. Поэтому пока девочку будут судить лишь по статье «Грабеж». Хотела бы отметить, что несовершеннолетняя неоднократно попадала, в такие ситуации, рассматривалась на комиссии по делам несовершеннолетних, начиная с 2016 года. То есть здесь были и побои по административному законодательству, и уже по уголовному законодательству. По версии следствия, школьница вымогала у своей знакомой 1000 рублей. Затем, как считают сыщики, угрожая расправой, отобрала золотые серьги, а после сдала украшения в ломбард. Говорят, что если ты расскажешь, что ты будешь, сейчас вот это слово ментовской, что тебя все будут гнобить. И она очень сильно вот этого боялась. Несовершеннолетняя подсудимая свою вину не признает, говорит, подруги все выдумали. Напомним, накануне вокруг этой же школьницы разразился нешуточный скандал, когда анонимный пользователь соцсетей рассказал, что якобы под шофе за рулем Мерседеса она сбила сотрудника ГАИ. Позже появилось и видео. На автодороге «Меридиан» 24 ноября 2018 года около 4 часов 30 минут в районе рынка «Искра» водитель, находясь за управлением автомобилем «Мерседес-Бенц Е-класса», не выполнив законного требования об остановке, сбивает инспектора 2-го батальона полка ДПС ГИБДД УМВД России по Челябинску. К делу подключился следственный комитет, но поскольку хозяйка машины бабушка подследственной не имеет претензий к внучке, отвечать по статье «Угон» школьница не будет.